День добрый. Здравствуйте, дамы и господа. Короче, давно не снимал никаких видосов. Сегодня речь пойдет вот о такой теме. Jiasun. Охрененный рабочий телефон. Стоит 20 баксов. Гоню 20 евро. В общем, тема такая. Это старая Nokia. Сейчас. Если что, можно проверить. Вот таким макаром. Его вам показывают версию. Версия М60А, бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, такая тема. Так, дальше. Телефон из плотного корпуса. Углепластик. Прорезиненный до кучи. Написано, что он вроде как водонепроницаемый. Но здесь есть дырочки. Это где микрофон. И, вернее, где динамик. И где микрофон, есть дырочка. Так, дальше. Здесь есть камера 0,3 мегапикселя. Ну, это мало, конечно, да. Но, что мне нравится. Сейчас проверим. Андрюха, как слышишь? Короче, рацию я включил, но напарник мой пока еще ее не использует. Так, вот видите, 17.06.2019. Что касается русского языка. Есть, конечно, косячки, но это не криминально. Там слово «суббота» с одной буквой «Б». Так, дальше. Центр вызовов. Это журнал «Настройка вызовов». Что касается меню. Телефонная книга. Мультимедиа. Кстати, очень интересная тема. Просмотр изображения. Аудиоплеер. Радио. Радио вообще работает офигенно. Сейчас покажу даже как. Вы уверены? Выход, да. Теперь, кстати, меню джойстика, можно еще использовать вот эту кнопку. Нажимаем. Заходим в мультимедиа. Ну и вот радио. Офигенно, тянет, притом без... Притом без антенны. Затем дальше есть видеоплеер, видеомагнитофон, который я еще не проверял. Устройство звукозаписи. Это, видимо, диктофон. Так. Дальше. Что у нас еще есть? Есть организатор. Там есть калькулятор. Ну, довольно-таки удобный, кстати, в использовании. Также примерно принцип, как на Nokia. Внешний аккумулятор, не знаю. Календарь, будильник, игры. Игры? Ну, старая добрая змейка. Андрюха, можешь подойти, пожалуйста? Рацию показать, как работает. Кстати, вот когда я покупал этот телефон, я читал комментарии, сказали, что, мол, рация не работает. В общем, мы задали точку 415.1250. Так, что мы там? О, пошла тема. Раз, раз. Скажи еще раз. Раз, раз. Так, теперь рацию. Прием, прием, как слышно? Вот, нормально работает и не зависает. То есть можно спокойно использовать. Так, рацию вырубили. Кстати, для нее есть здесь такая вот фигня, ПТТ. Открываете ее. Резинка, кстати, очень плотно стоит. Вкручиваем туда антенну. И, как заявлено производителем, она работает в радиусе 4-5 километров. Кстати, это очень полезная штука, если, допустим, вы с кем-то идете на рыбалку или еще куда. Кнопки. Присутствует кириллица, также латиница. Очень даже интересно. Так, что у нас здесь? Это, вот эта кнопочка очень полезная. Так, мы ее нажимаем. И здесь появляется весьма неплохой такой фонарик. Кстати, видос мне пришлось снять. Вот видите, стробоскоп и, как обычно, SOS. Так, вырубаем. Кстати, эта центральная кнопка, она очень полезна еще для того, чтобы ее подержать вот так вот. Йоп! И он, получается, SOS работает, типа, как ментовка. Что здесь? Здесь наушники. Слот на 3,5 мм. Наушники Braille нормально работают. Это кнопка ПТТ рация. Здесь качелька громкости вверх-вниз, то есть, короче, больше-меньше. Здесь слот для зарядки. Так просто ногтями не отодрать.
Ну, это, кстати, очень интересный момент. Так, дальше. Что хотел сказать? Фокус теряется. Что хотел сказать по звонкам? Звонок здесь, к сожалению, только один. То есть вы установили, тут как таковой, допустим, настройки мелодии нету. Есть только одна априори и все. Время, дата, энергорежим, язык. То есть, короче, выбирайте, который вам нужен. Ну что, русский, английский, ну и там дальше вот даже украинская мова есть, ничего себе. Ну и там индиш, шмандиш. Есть. Так, параметры экрана. Тут нету такой темы, чтобы яркость регулировалась. Есть просто априори, как по дефолту, допустим, такая тема, и все. О, рабочий момент, каленое сверло поломали. Так, я его, кстати, для работы-то и брал. Так, пленочка еще даже не сорвалась. Сеттинг. Что касается батареи. Если увидите, там 4 палки, а было их 5. Но самый прикол в том, что телефон я зарядил в пятницу, а сегодня уже понедельник. Использовал я его не совсем жестко, но использовал. То есть, короче, и там звонил, и радио включал, короче, в фоновом режиме просто ходил. В общем, работает нормально. Кнопки очень мягкие. Это тоже радует. Так, что еще? Внутренняя камера. Да, я говорил, тут камера слабая. Я могу, конечно, показать, как она делает. Но по сути, она свою функцию выполняет. Как бы там, что-то да можно сфотографировать. То есть, короче, если какие-то минимальные моменты есть, то есть от вас не требуется. Ну, картинка что? Сохраняется, ничего. Нет, даже еще не так страшно, как. Простите, как кажется, на самом деле. Так, что у нас по службам? Служба это. С смс-кой связано. Что касается интернета. Wi-Fi нет, есть GPRS. Старый добрый GPRS, но это фигня. С Bluetooth очень хорошо коннектится. Вот, возможности подключения. Включаете Bluetooth, затем, допустим, ваше устройство, которое вам нужно, и работает вполне нормально. То есть, короче, можно. Плюс, звонилка вообще реально хорошая. Корпус тяжелый. Здесь два винта. В комплекте есть антенна. Антенну мне... Я дома оставил антенну, но есть у меня такая штука. Там еще отвертка есть. Отвертка сейчас достану, я ее уже присобачил. Вот она. То есть вот такой отверткой можно вот так откручивать заднюю панель, извлекать аккумулятор, ставить симки. Там две симки получается, плюс SD-карта. Ну и в общем такая тема. Плюс еще, я так понимаю, здесь есть вспышка. Что касается воды, как я уже сказал, корпус, конечно, прорезиненный, но у меня вот сомнение вводит вот это место. И где микрофон, потому что ну как-то боязно мне воду кидать, но... У меня, так сказать, сухопутный момент. То есть купаться на мне не будет, но нормально. Здесь стекло пластмассовое. Нормально вроде как. В общем, юзать можно. Так что, если хотите такую технику, то ссылка будет в описании на продавца. Потому что если покупать именно, если я вам скину ссылку на сам товар, она, возможно, в будущем работать не будет, а вот магазин будет работать. Так что вот такая ситуация. Jiasung можно брать. Можно брать. Это аналог катерпиллера кнопочного. Ну, конечно, не без таких понтов, как там камера, там тепловизор или какая-то фигня. Но в нашем моменте весьма. Кстати, здесь присутствует такая вот петелька. Сюда можно веревочку приделать, привязать. И также привязать сам этот... отвертку, которую я вам показывал. В общем, тема такая. Тут еще даже инструкция маленькая есть. Кстати, по поводу инструкции. Инструкция на английском языке в коробке. И если вы хотите, я вам могу больше комплектацию показать. Но в следующем видео. В общем, такая ситуация. Всем, кому было интересно, можете лайк поставить. Это был Джудай. Всем всего хорошего. Пока.